научном центре срочно понадобились алмазы. Поэтому с фабрики драгоценных камней первым же делом выслали машину. Чтобы никто не догадался, что в этой машине, на ней нарисовали простые игрушки. А для безопасности грузовичок принялись сопровождать полицейские машины. Вот только не все оказалось так просто. Два бандита прознали об этом. Они взломали полицейскую радиоволну и отправили сообщение, что милой бабушке срочно требуется помощь. Услышав срочный вызов, Хаммер остановился. Следом за ним остановился и весь конвой. «Вы слышали это? Там требуется наша помощь!» «У вас уже есть задание», — возразил дедушка. «Но там ведь делов на 5 минут. Мы туда и обратно. Ты ничего не заметишь». «Если там все так просто, тогда зачем вам ехать вдвоем?» — спросил дедушка. «Чтобы узнать, кто из нас круче», — добавил Хаммер. «Несерьезно вы относитесь к своей работе», — начал причитать дедушка, но ребята, не дослушав его, выехали на вызов. Они даже не подозревали, что именно этого и добивались бандиты. Старый полицейский оказался в ловушке. «Произошло ЧП! Срочно требуется помощь!» Бандиты установили бомбу, чтобы взорвать замок. «Срочно требуется помощь! Нас грабят!» Забрав алмазы, бандиты отправились во свояси. У грабителей все шло как по маслу, пока молодые полицейские не решили ввязаться в гонку с ними. Молодые полицейские были быстрыми машинами, но вот бандиты были явно хитрее. Добравшись до убежища, бандиты думали, что же делать с награбленным. Как тут по радио раздалась новость. «Торговый дом мистера Шмидта срочно ищет везунчика, у которого есть алмазы. Много алмазов. Мистер Шмидт готов заплатить за ваши алмазы самую высокую цену на рынке. Если ты тот самый везунчик, срочно отправляйся в Лягушачью бухту. Оттуда ровно в 6 часов отходит паром, который отвезет тебя прямиком к мистеру Шмидту». Бандиты были восхищены своей удачей. Время подходило к 6, поэтому они отправились в назначенную бухту.
Бандиты погрузились на паром. Впереди их ждет долгое плавание. Бандиты оказались на месте. Осталось найти мистера Шмидта. Но перед тем, как продолжить рассказ, я предлагаю тебе вернуться назад и послушать, что же случилось с полицейскими. После неудачной погони молодые полицейские вернулись к дедушке. «Теперь-то вы поняли, что быть быстрым недостаточно. Надо быть еще и умным. Теперь мы поняли. Вот только толку от этого. Ведь бандиты уже сбежали. Не переживайте, ребята. Сейчас мы придумаем план». И они придумали. Сначала надо заманить бандитов на остров, откуда они не смогут выбраться. А потом поймать их и посадить за решетку. Такая вот вышла история. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал Monkey Too. Также на канале Monkey Too смотри мультфильмы, видео с детьми, презентации игрушек, видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, уроки рисования «Кубик расскажет»,